Что за вопросы? Мои видео смотрит мама. Мам, привет! Всем приветик, с вами Танюшка, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, как вы уже поняли по названию, я снимаю видео, было или не было. Я в своем инстаграме просила, чтобы вы мне писали, задавали вопросики, на которые можно было бы ответить, было или не было. Сейчас в этом видео постараюсь на все ваши вопросы ответить, поэтому захожу на ваши вопросики, буду читать по очереди все вопросы и отвечать. Так, вопросики, вопросики. Первый вопрос. Было ли такое, что ты купила какую-то вещь, она была неудобная, либо ненужная? Ну, думаю, что у каждого в жизни была такая ситуация. У меня это однозначно было. Много раз такое было, поэтому, да, мой ответ было. Так, следующий вопросик. Было ли сомнение, выкладывать видео или нет? Наверное, такого у меня, думаю, не было. Было ли такое, что ты в детстве прогуливала школу? Да, я школу уже закончила давно, но могу признаться, да, у меня такое было. Так, следующий вопросик. Было ли такое, что ты ела манго? Было, я манго очень обожаю, и сок манговый я тоже очень люблю, поэтому было, манго я ела. Следующий вопрос. Было ли такое, что ты опаздывала в школу? Было. Так, следующий вопросик. Было ли такое, что ты хотела покончить жизнью? Нет, таких мыслей у меня не было, поэтому мой ответ не было. И вам даже о таком тоже не советую думать. Так, следующий вопрос. Влюблялась ли ты с первого взгляда? Было. Было ли такое, что ты ходила в магазин и не расплатилась? Нет, такого у меня не было. Ты когда-нибудь разводилась? Разводилась, но я как бы не была замужем, поэтому нет. И, соответственно, я не разводилась, поэтому у меня такого не было. Так, поехали дальше. Было ли когда-то, что у тебя было чувство неловкости? Ну, думаю, практически каждый человек сталкивался в своей жизни с таким вопросом и ответом, поэтому могу сказать, наверное, что у меня было. Чувство неловкости у меня было. Так, было ли такое, что тебя предавали? Было. Было ли такое, что ты хотела сильно ударить животное? Нет, такого у меня не было, потому что животных я очень люблю, поэтому таких мыслей у меня никогда не было. Просто тут некоторые вопросики повторяются, поэтому я их пропускаю. Было ли такое, что ты брехала своим подписчикам? То есть врала ли я своим подписчикам? Нет, такого не было. Подписчиков я своих люблю, свой канал я тоже очень сильно люблю, поэтому нет, подписчикам я никогда не врала, всегда стараюсь быть честной, отвечаю на вопросы всегда честно. По возможности стараюсь общаться со всеми своими подписчиками. Поэтому нет, я вам никогда не врала и надеюсь, что этого никогда не будет. Следующий вопросик. Было ли такое, что ты не выучила уроки и тебе поставили 2? Ладно, в этом видео надо отвечать честно, поэтому признаюсь. Да, когда я училась в школе, у меня такое было. Посмотрим, какой тут следующий вопросик. Ты с кем-то целовалась? Ну что за вопросы? Мои видео смотрит мама. Мам, привет! Ну, как бы ответить на этот вопрос? Да, мне 24 года, поэтому отвечу, что да, у меня такое было, я целовалась. Так, читаю следующий вопрос. Было ли такое, что ты самостоятельно брала кредит? Да, ребят, такое было. Сейчас я вам расскажу, наверное, многие удивятся. 3 года назад я работала учителем рисования в школе, и именно в тот период я взяла кредит. У меня такое было большое желание снимать видео на YouTube, но у меня не было более-менее нормальной камеры. И вот камера, на которую я сейчас снимаю, я именно в тот момент ее взяла на кредит. Я взяла своего младшего брата, и мы с ним поехали выбирать мне камеру. Конечно, я не могу сказать, что я прям этой камерой очень довольна, у нее есть и свои минусы, но мне так для вас хотелось снимать ролики, что мне, а денег у меня, соответственно, не было, и мне пришлось пойти взять эту камеру, на которую сейчас снимаю, в кредит. Я за 10 месяцев выплатила кредит, работая в школе, все было нормально. Сейчас вот я на эту камеру снимаю. Конечно, сейчас, если бы у меня был бы выбор, я бы, наверное, эту камеру бы не взяла. Но слава богу, что хоть на что-то у меня есть снимать для вас видео. Вот такая вот история. Так, следующий вопросик. Я уже что-то запуталась в ваших вопросах. Не знаю, многие вопросы повторяются. Этот вопрос уже был. Так, следующий не менее интересный вопрос. Было ли такое, что ты хотела бы быть шоколадкой? Очень интересный вопрос, спасибо за такие вопросы. Да, такого у меня было. Не зря, наверное, я во всех социальных сетях подписана Танюшка Шоколадка, Таня Шоколад и все в этом роде. Потому что, да, наверное, мне бы где-то в глубине души хотелось бы быть шоколадкой. Но знаете, чего бы мне не хотелось? Наверное, мне не хотелось бы, чтобы, когда я была шоколадкой, чтобы какая-то сладкоежка взяла меня и безжалостно сожрала. Ну, а так, в принципе, шоколадкой быть я хотела.
Да, вот такой вот был вопросик. Так, смотрим дальше, что вы мне тут написали. Следующий вопросик. Изменяла ли ты когда-то парню? Нет, не изменяла, такого у меня не было. Так, дальше вопрос. Прыгала ли ты когда-то с парашюта? Нет, такого у меня тоже не было. Честно хочу вам сказать, высоты я не боюсь, но с парашюта, наверное, я бы не рискнула прыгнуть, потому что мне как-то сыкотно, боязно, поэтому нет, с парашюта я не прыгала, и в ближайшее время прыгать точно не собираюсь. Дальше. Резала ли ты когда-нибудь вены? Нет, такого у меня не было. И надеюсь, никогда не будет таких мыслей дурных в голове. И вам тоже не советую об этом думать. Вот пойти, когда где-то на медосмотре, в больничке, надо сдать кровь. Для меня это просто катастрофа. Поэтому, чтобы у меня где-то в глубине души закрались мысли какие-то резать себе вены, вы что, не, у меня такого никогда не было и быть не может. И вам тоже этого не советую. Гоните прочь дурные мысли со своей головы и даже об этом не думайте. Не занимайтесь, так сказать, глупостями. Так, следующий вопросик. Так, следующий вопросик и последний на сегодня. Это вопрос, была ли ты когда-нибудь студенткой? Да, я студенткой была. У меня образование учителя рисования. И сейчас я, живя в Польше, тоже учусь, всю жизнь учусь, продолжаю учиться. Поэтому вот так. Такие вот на сегодня были вопросики. Если вы каким-то образом не успели задать мне вопросик и хотели бы, чтобы я ответила на ваши вопросы, обязательно оставляйте все свои вопросики под этим роликом. Я, если соберется много вопросов, обязательно соберусь и сниму вторую часть, было либо не было. Поэтому не стесняемся, все самые интересные вопросы попадут в мой ролик. Сегодня я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр, всех люблю, целую и до встречи в следующих видео. И всем пока-пока!